Сейчас будет новый трюк. Это жопа. Что мы тут делать будем? Здорово, пацаны. Мы приехали в скейт-парк в не самую лучшую погоду. Вот парни приехали, уже не хотят кататься, потому что тут сыро, все в листьях, скользко. Ну, посмотрите на стрит-зону, это вообще какая-то клака. О, с нами сегодня Мотя. Хай. И Мотя. И Мотя. И Мотя. Данек. What's up? Да. Вот. Сейчас он сделает вип с первой части, снимай. Есть! Снимай! Снимай. Ой, хорош. Молодец. О! Чуть-чуть это. Да ловко! Есть! Найс! Сейчас будет новый трюк. О, красавчик. Начинай. Дай меня, снимай меня. Мы сейчас поедем на самолет, потому что идет дождь. Будем делать тучки. Ну вот, парни, мы приехали на новый спот. Самолет. Я не снимал ничего, потому что вы можете взглянуть. На улице моросит, скользко. Еще я испачкался. Поэтому, парни, вот вам настоящий осенний стрит. Не знаю, как мы продолжать будем кататься, но я думаю, мы что-нибудь заснимем. Ой-ой-ой. Я как лох. Не знаю, насколько длинный видос будет, но я думаю, надо заканчивать. Сейчас Даня. Сейчас фармим. Сейчас Даня последнюю линию сделает, и все, и мы поедем по домам. О, май гад! Ой, хорош! Нормальный трюк. Я считаю, что на этом все, и мы отправляемся домой. Парни, сейчас напоследок покажу, каково нам. Ужасно. Мы абсолютно все сырые. У нас все отмерзло абсолютно. У меня руки все замерзшие, как будто я зимой катаюсь. Обязательно поставьте палец вверх, подпишитесь на канал, потому что мы сегодня нормально так пострадали в эту погоду, но и увезли нормальных трюков. Ну и на этой ноте мы будем с вами прощаться. Всем удачи и всем пока!